Китайский мастер баланса Ван Якун набрал более 2 миллионов подписчиков в социальной сети благодаря способности строить пирамиды из различных повседневных предметов. На кадрах, снятых в городском округе Ляочен, Ван Якун ловко строит пирамиду из молотка, ложки, бутылки и грецких орехов. Кроме того, он заставляет велосипед балансировать на пирамиде из стеклянных бутылок, а также ставит на одну ножку стул, сидящим на нем мальчиком. По словам Ван Якуна, в будущем ему хотелось бы провести большое шоу, в котором мастер баланса планирует объединить пирамиды из различных предметов в одну. Вначале я осваивал навыки балансирования, увеличивая количество предметов, а затем для своих пирамид я начал использовать воду и людей. Сложность необходимо повышать постепенно.